интересных фактов о комарах. Кусаются только самки комаров. Существует более 3000 видов комаров, которых можно встретить практически во всех частях света. Но не все комары видят в вас вкусную закуску. Хотя и самцы, и самки комаров питаются нектаром и соком растений. Кусают только самки комаров, поскольку для производства яиц им нужен белок крови. Комары быстро растут. Например, комары Aedes aegypti откладывают за раз около 100 яиц. И эти маленькие кровососы быстро взрослеют. Весь жизненный цикл комара Aedes от яйца до взрослой особи занимает всего 7-10 дней. У комаров хороший аппетит, размер порции крови зависит от вида и размера комара. Однако некоторые самки комаров могут выпить за один прием крови столько, сколько весит их тело. Комары одних людей кусают, а других нет. Если вас продолжают кусать, в то время как окружающих нет, то, возможно, комаров привлекает химия вашего тела. Комаров привлекает сочетание тепла тела, запаха, углекислого газа, который люди и животные выделяют при дыхании, и молочной кислоты, элемента, содержащегося в поту. Эти кусающие вредители используют свои рецепторы и зрение, чтобы найти своих жертв, и могут почувствовать свою еду на расстоянии 50 метров. Комары могут размножаться в небольших объемах воды. Комары откладывают яйца в стоячую воду или влажную землю, и для этого им нужно лишь небольшое количество влаги. Фактически, комары могут размножаться меньше, чем в чайной ложке воды. Чтобы защитить свою семью от комаров, важно регулярно удалять участки со стоячей водой возле дома. Цвет важен для комаров. Комаров привлекает одежда темного цвета, где можно спрятаться. На белые тона одежды они стараются не садиться.